Всем привет, меня зовут Денис, я главный механик компании Motorized Systems, занимаюсь непосредственно производством, настройкой, контролем качества всей нашей продукции. Выкатили байк сегодня, очень порадовались, всем понравилось, покатались. Что касаемо сегодняшних тестов, мы катались сегодня всей командой, всем очень все понравилось, остались все довольны, посмотрели наконец-то в действии мотор DA90S, но опять же, пока еще не с идеальными настройками. Конкретно динамика очень порадовала. Можно, в принципе, сравнить по динамике разгона, ходовым характеристикам, качеством с питбайком, так скажем, объемом 150 кубических сантиметров. В ближайшее время мы будем делать сравнительный тест мотора на славянке DA90S по технологии Дуйнова с классическим магнитным мотором D7500 от компании Denzel. Ждите, смотрите, будут сравнительные тесты по динамике разгона, по скоростным характеристикам, качествам. Так скажем, будем выкладывать непосредственно большой тест по потреблению, соответственно, по вольтажу и амперажу. Как ведет себя мотор. Как позволит погода, обязательно сделаем тесты.